Нет, Бульдог Кул не смотрел. Вообще не в курсе, что это. Нет, там должно одного взрыва хватить. План только тайминг точно прыгает. Но твой вариант тоже сработает. Потому что он более геморный. Хотя на самом деле не намного он более геморный. Ну сейчас посмотрим. Ну сейчас вот я должен прям идеально взорвать его. Эх. Блин, вот это вот не очень хорошо. Блин, это вообще отстойно сейчас получится. Мада. Классно. Вот к такому раскладу я не был готов. Нет, не хочу съездить в Мордовию, спасибо. Ладно, давайте сделаем перерывчик, чуваки. Перерывчик, я пойду умоюсь, а то что-то я уже залипать начинаю. Язык начинает заплетаться.
Так. Ну что? Надо было вот этот уровень пройти, и еще бы один, и можно было бы, наверное, заканчивать стрим, пойти спать. Твой не выспавшийся. Два дня уже подряд. Да еще и с Москвы там. Мадам. Кстати, пару кулсторий про концерт. Для тех, кто вчера Нюха не смотрел. Вот. Вообще концерт был, как, ну как всегда, конечно, на высоте. Единственное, только какие-то проблемы были с вокалом у Брюса. В Iron Maiden. Пропадал почему-то вокал периодически, короче. Как-то непонятно, с чем это вызвано. Либо опять какие-то там у них неполадки с аппаратурой, либо же уже все-таки годы свое берут. Низкие ноты брал, было слышно, высокие тоже. А вот средние, вот при переходе с низких на высокие, почему-то пропадал голос. Не знаю, может, годы свои берут уже. Ну, похоже, да, похоже на то, печально это все. Вот, короче, первая cool story, что у нас были билеты с пулеметчиком Гансом на балкон, наверх. А вот. А билетов продали мало, короче. Мясо было все заполнено вообще, там прям битком мясо было набито. А вот, короче, балкончики, всякие сидячие места, они что-то не продались в этот раз. И поэтому балкон вообще закрыли, короче, и нас пересадили вниз. Ну, типа, на более дорогие места. Но такое. На балкончике было бы поуютнее. Вот. Ну ничего, так в целом нормально было. И вторая, короче, cool story. Они когда отыграли Iron Maiden свою основную программу, перед тем, как играть песни на бис, они типа, ну, делают, что уходят, да, ну, как всегда, знаете, да, вот. Кто был на концертах. Перед тем, как уходить, там раскидали медиаторы, палки. И я первый раз, короче, в жизни видел, чтобы, короче, барабанщик, как у Ника Макбрейн-то, короче, запулил тарелку, короче, в зал. Я вообще такое никогда не видел. Реально тарелку взял так, просто как вот. И она такая полетела, да, то есть... Типа, первому поймавшему минус 3 пальца, да, как говорится. Но суть в том, что, короче, эта тарелка вылетела и летит, короче, прямо над всем мясом пролетает, над всем этим танцевальным сектором пролетает, короче, и прямо, короче, в звукача, там этот режиссерский пульт, этот звуковой стоит. И прямо, короче, в звукача так, пых! Эффектно, короче, было очень. Она так прямо так долго-долго так летела, прямо в звукача так, пых! Чуть ли прямо не в пульты ему, вот. Потом вышли на бис, отыграли, еще одну тарелку запулили, там уже прямо в мясо улетело куда-то. Такие дела. Так и живем. Ой. Ну чё, поехали. Я, наверное, попробую осуществить тот план, который предлагали мне. Мне кажется, он вполне себе жизнеспособен. Да это неправда. Так делают только ретарды и аутисты. Так, ну давайте тогда я начну первую делать где-нибудь откуда-нибудь отсюда. Зато тогда будет точно можно вымереть.
Я думаю, что 3, наверное, хватит. Нет, 4 лучше. Когда не так ходил. Ну, у нас в Ярославле. В арене 2000 Локомотив. Ой, там я ходил на Скорпионс, на